знаете, вот я включаю телевизор, и мне часто не хочется его смотреть, потому что очень много негатива. Не хватает радости. Редко как-то вот цепляет. И сериал редко цепляет, и редко цепляет меня какая-то передача. Все в таком как негативе страшном. И мне кажется, что это чудовищно, потому что это не помогает жить, это не придает радости. А радость является стимулом жизни. Позитив вообще стимул. И какая-то все-таки должна быть какая-то цензура, какой-то запрет, я не знаю. Ведь все это настолько расшатывает наш мозг, нашу психику. И то, что выкладывается в интернете какая-то ужасная информация, какая-то негативная. Слава богу, что сейчас запретили сайты порнографические, ну, потому что это просто было ужасно, когда молодые люди, которые еще не созрели до такого уровня, чтобы смотреть данную информацию, они могли увидеть это, что в их головах, какая мораль, какую семью они после этого построят. Ведь это было замечательно, когда вот в старой русской России, в старой России, в нашей ведь дореволюционной, ведь все было правильно организовано. Вот домострой, это же здорово было. Семья, люби, терпи, все ради семьи, ради детей. А то, что сейчас происходит, вот эта чрезмерная свобода, это, я считаю, что это очень плохо.